18 ноября 2021 года на 72-м году жизни скончался митрофорный протоиерей Александр Федорович Клюнков, многие годы бывший настоятелем Никольского храма города Таганрога. Для многих священников и прихожан отец Александр был наставником, духовным отцом, другом, соратником в добрых делах, человеком, внесший неоценимый вклад в развитие города, в возрождение православной веры в сложные годы перестройки. Его запомнят как воссоздателя Никольского храма, священника, который много потрудился ради прославления праведного Павла Таганрогского. 42 года отец Александр прослужил на благо Русской Православной Церкви. Из них 25 лет был настоятелем Никольского храма и почти 20 лет благочинным Таганрогского округа. Главным духовным подвигом отца Александра является восстановление из развалин Свято-Никольского храма. При его непосредственном участии велись все строительно-монтажные работы и одновременно возрождались церковные службы. В настоящее время храм ведет большую социальную и миссионерскую работу, оказывает широкую благотворительную помощь детским домам, приютам, заключенным. За всей этой многогранной деятельностью стоит личность отца Александра. Его гражданский и духовный труд отмечен рядом церковных и государственных наград, а в 2009 году решением Таганрогской городской думы за плодотворную духовно-просветительскую и общественную деятельность ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Таганрога». Протоиерей Александр Федорович Клюнков будет похоронен на аллее почетных захоронений Николаевского кладбища города Таганрога. Светлая ему память.